64. Вроде мы уже официально стрик прошлого не перешли, где там мем сделал. Дай бог, это добрый знак. А вот тот самый детский, кто там хотел детский. Вот вам и детский. 0 БДК. 9 ЕМЖ. Привет, Маверик. Так, хп ниже, мне стыд, кстати, просто жесть. Статы очень хорошие. Надо пока хп не вижу, не хочу нажимать таблетку. Хотя похуй. Сука. Не зря не хотел нажимать таблетку. Не зря. Ну ладно. Теперь просто одно хп или два хп. Сколько хп тебе осталось? Вопрос. Ладно. До 100 это все еще за стрик не считается. Пофиг. Мы, возможно, на одном хп. Но, надеюсь, все же нет. Перейдем все таблетки. Еще это будет бэт-трип. Теперь точно буду на одном хп. Это не надо брать. Классная таблетка. Ладно, можно муха играть. Бомб нету. Так, я знаю, где вторая скидка-бомб. Где-то здесь, естественно. Спасибо. Так. Печально, что бомб нет вообще. Блять, меня зажимает нахуй. Это не сильно улучшило. Это вообще не сильно лучше. У него не фулл хард дэмэдж, сказать, я не помню. Вдруг тебе фулл хард дэмэдж. Эти твари тоже могут как-то ваншотнуть, кстати. Эти монстры. Эти бомжи пиздец, конечно, душат лишнее в этом файте. Сил бы не можешь убить. Окей. Теперь интрига. Сколько же было хп? Это было одно хп. Это было одно хп. То есть это было 2 хп на старте красных. Я остался на одном после таблетки. Это был смешной старт. Использовать. Ну, сделки, в основном сделки. Кроме сделок особо негде. Типа, если ты ТЛОС, можешь как мантию использовать. Получить просто мантию одноразовую на одну комнату. Или если на пол хп поиграешь так же. Все на одной тычке от смерти. Ну, в основном сделки воровать. Это основная идея душа ласта. Mm.
Интересное предложение. Интересное предложение. Теперь просто хочу ли я душу ласта или хочу я Петра на сделку первую. У меня хп очень мало. Вот в чем проблема. Ага. Блять. Бля, мы будем ломать игру. ЗД1 на карбетере. Блять, игра не надо. Кстати, это хелсап будет. Это будет хелсап, скорее всего. Это будет так долго. Не знаю, пока я не чувствую это, что хочу ломать игру. Плюс надо еще батарейку найти. Батарейки пока тоже вроде не видно. Еще на душа лас там, смешно. Бомб вообще нет. Кидс. Просто ноль бомб. Упало. Как-то меня странно обошел, по-моему. Ох. Ну, конечно, блядь, найди на этом ролл. Привет, креветка. Ладно, неплохо. Неплохо. Это реально неплохо. И по итогу это не будет холдсап, кстати. А, стоп, или это ел? А, я эту ел. Я перепутал. Это другая таблетка. Ну и ладно. А, ты серьезно, нахуй? Да? То вот так просто будет. То вот так просто будет. Ну типа, вот что происходит, я получаю кучу мелких батареек. Ну хотя, кстати, окей. Да, нормально получается. Бля, лишний взял. Они же удалили D1 ломку из игры, правда же? Конечно, удалили. Ее уже больше нет в этой игре. То есть исправили. Она стала, конечно, более редкой при этом, ладно. Я стала гораздо нахуй более душной. Прям многократно стала более душной. И надо время пиздец тратить много. Рейка редкая. Чен-чена в дырку упаду. Только вопрос, а что я делаю там? Типа ключи есть, окей. Сундуки есть. Руны есть. Это все говно надо отсюда убрать. Мне пока не надо. Мне пока все не надо. Ну да, ключи есть. Ключи я могу нафармить. Ключи я могу нафармить.
Тупо через сундуки можно сломать просто игру. По сути. Прям шанс очень маленький на батарейку нормальную. Ну хотя не, вот сейчас нормально прокнул. Когда как, короче. Тупо на удачу. Ну-ка. Не упади в дырку. А, сундуки тоже будут рандомные. Ну, кстати, это даже неплохо, наверное. То есть мне так вообще-то может даже не нужно. Вообще и так найду. Я забыл, что сундуки еще случайные тоже. Все, хуй его знает. У нее опять занимается. Сука, пролез. Да, бля. У нас сундук оставлю. А, вон тот сундук оставлю, который заперт. По-моему, самое оно. А, правда, я рано начал открывать. Тут теперь все же застрется. Ну и ладно, там еще сундуки в другом месте есть тоже. Что он теперь не будет всякую хуйню здесь диплить. Тринкеты, хп и всю парашу. Где вторая секретка? Мне кажется, я не хочу эту хуйню заниматься. Прям очень душная будет ломка. Очень надолго. Бредмен. 4 одинаковых. Охуенно. Охуительно. Это неплохой тринкет, но... Не знаю. Можно триньку нарулить. Ой, не триньку, а руну нарулить какую-нибудь смешную тоже попробовать.
Здесь расчищу дорогу. Уже прикольно. Soul of Lilith. Тут насрать. Бля, минус рейндж. Танц. Soul of Eden. Удаляем айтемы. Надеюсь, сно бесполезные. Фугота нам. Душа Ева одна спавнится. Кас. Это что-то более полезное. Сука. Да блять! И нахуй. Это начинает. Ой, еще Петровки. Беркано. Беркано. Жаль, не Блэкруна. Так, Рулин, эту руму чистить. Надо хп сливать. Чули это делать? Ты была там на ролл, но скидку я не хочу рулить, наверное. Автомат починить. Уяся. И вправду починил. С ума сойти. Вправду починили. ХП сливать только в этой можно, да? Только в Кёрсе или где-то можно ближе. Вот так далеко бегать. Капец. Вообще ближе нихуя нет. Ой, кринж. Может, там костер есть в этой руме? В альтрауте. Преслепингаем. Шукай нам. Я не буду искать красную руму, мне похуй. Костра нет. Да ты сука, блять, ну какой был софстил, блять. Короче, я эту руму точно не буду ломать.
Забей, проще дальше бегать, наверное, уже. Проще до сюда добежать уже. Там уже насрано. Приятно. Так, надо это... Батареек снова найти, по-моему, побольше. Блять, опять лишний взял. Была только одна. Так быстрее реально делать. Память. Бля. Тролль батарейк. Ну, вполне. Почему нет? Тоже запретит. Ломка почти, что я просто попаду в дырку и провалюсь в нее. На этом ломка закончится в этом забеге. Я прям уверен. Уже палец устал этой хуйней заниматься. Сука, уже две нахуй тролль батарейки. Фак. Окей. Чё за говно подобрал? Как выкинь? Ключи еще нужно, вот что хуёво. Вообще ключи надо будет уже отдельно диплить. Уж Ера найдется еще одна. Петра, Пертана. Петра. Опять душа Каина. Можно поискать. Может быть здесь даже. Или нет. Ты душный этаж. Главное, чтоб лос выжил. Где? А. О, прикол. Черная руна. Сначала ключи заделать, потом в сундуке. То на ключе вообще нету. Удобно. Тут еще и заряженный может появляться иногда. Да, золотой было бы идеально найти. То прикол. Soul of the forgotten.
soul of the forgotten. Целая армия. А, они, кстати, остаются на одну комнату. Забавно. Soul of the keeper. Упади. Еще я помню, что мне надо на паузу зайти. Сейчас я вернусь. Музыка, а не музыка есть, окей. Так. Можно все удалить. Эддогас. Дегаз. Уже далеко идти надо, капец. Так все далеко. Дайте золотой ключ, хотя бы заряженный давайте.
Падают. Я не буду пула опустошать, просто сейчас что-то выстрою и пойду ран заканчивать. Не собираюсь 2 часа забег играть. На самом деле, я думаю, этого уже хватит. Там ключи так будут падать, по идее, из сундуков других. Что, может, того уже и хватит и так. Бегать, капец, конечно, неудобно будет. Смешно еще на ролем. Как будто уже вряд ли. Что сундуки уже дальше делать? Опять рано открываю. Пока еще не надо ничего открывать. Паролить будет нечего. Ну как бы нет, там этом рума есть. Я могу этому руму паролить даже. Ломки-то на самом деле особо нету. Никакой. Я даже не пытаюсь особо ничего ломать. Просто прикалываемся. Просто нашел D1 и карбетери раз в 100 лет. Не более того. Хотя есть душа Эдена. Это интересная мысль. Я тут на ничего брать не буду, наверное, в плане айтемов. Я все буду ролить просто. Red Flower. До сих пор ломает, рано идет 20 минут. И вправду он до сих пор ломает. Дети видели ломку за 20 минут. Как будто рано 2 часа идет. Ладно, 27 минут. Чуть-чуть больше. Эту ролю. У меня же 2 заряда. Ну, дип левел карта, да, но это типа единственный пример в игре, наверное, когда можно сломать реально за 1 секунду. Так, сейчас в этой игре это все равно дрочь. В этой игре ломка это все равно какая-то дрочь. Сейчас иначе игру ты не сломаешь. Красная тебе можно, но не знаю. Хочу этим заниматься. Красный пул не особо-то интересно там, типа, ролить один айтем. Звучит довольно уныло. А ломать еще отдельно в красной. Пытаться как-то там какой-нибудь D20 искать условный или как-то там еще срать расходники. Звучит очень мерзко. Звучит крайне мерзко. Здесь позвесь что-нибудь на роли сейчас душу Эдена. И там остальными ролами может что-нибудь на ролем. Что-нибудь смешное. Тара, это сильно ломк. Где вы тут увидели сильную ломку?
Мне кажется, вы вообще не видели, что такое сильная ломка в этой игре. Но, может быть, это и к лучшему. Вообще нет никакой ломки на данный момент. Просто D1 вайбинг. Просто маленько настарали рунами и сундуками. Это он не будет особо долгим. Типа сейчас ломка закончится, я думаю, дальше пойдет дело быстрее. Правда, если я нихуя не найду, то будет печально. Если я в итоге ничего даже не получу с этой дрочи, тогда будет не очень быстро. Пока я получил бинки. Ладно, я получил бинки и... И все. Может быть, еще душ лоса получил. Что можно батарейки поделать? Что я делал? Это было лишнее. Это было лишнее. Маленько места осталось. Сундуков мало золотых. Раньше, типа, что прикольно было. Раньше было проще ломать через D1. Через золотой сундук какой-нибудь. Он был всегда золотым. А сейчас всякий мусор получаешь. Да, и там вообще, может, не будет ни одного. Вполне возможно. Открывать. Можно карты еще поломать, но это еще будет душнее, еще дольше. Пока ни одного этому. Тут у Шейдена упал еще одна. О. Ебать, а что такие сундуки щедрые? Есть. Все же заканчивается. Вау, один айтем есть на роллу. Вау, два айтема на роллу. Так, все подбирать не надо. Я тут сейчас буду душу Эдена орудовать. Три айтема. Ну ладно, зато сейчас... Сейчас. Так сделать. Что еще найдем? Soul of Eden. Пересток. Пересток. Ну, ресток это маловероятно. Это слишком будет душно. Это будет еще хуже. Ничего. Эрмит лол. Еще айтем на ролл. По-моему, я там купил айтем, там нихуя нет в магазине. Нужно магаз новый ролить. Он вернулся. Тут ничего нету.
Автомат живой? Автомат вроде живой. Живой. Я могу Хермит нажать в той руме. Но мне нужна еще одна душа Эдена. В идеале даже не одна, а несколько. Так, надо отсюда убрать руны хорошие, наверное. Это все удалить. Тут очень много мусора уже. Привет, Некрос. Не, это не ломка. Просто в игру играем. Чисто там. О, можно на айфреймах. Такую не подбирать удобно. Не был уверен, что так можно делать. Приятно. Блять, там опять не пройду. Ладно, пофиг. Опять так быстрее делать. Вот мамби. Ау. Блять. Промахнись. Прям, блядь, пало в ненужном месте. Снова мелкая батарейка, пофиг. Thank you.
Так, тиража душа и Дэна, по идее, в идеале две. В идеале быстро. Это тоже вариант, на самом деле. Правда, опять же, невыгодно, сука, терять 4, поэтому... Не думаю, что такие нажму Хермит перевернутые. Сейчас уже того это не стоит. Да. Аккуратно. Может, 6 роллов есть. Ну, такое себе. Нахуй это делаю. Блять. И отсюда. Дегаз. Надо труну хуёво юзать. Чёрт, что-то понял. Нахуй я их оставляю. Soul of Samson. Soul of Magdalene. Soul of the Forgotten. Всё меньше мусора будет. Так, душу лазая не надо нажимать. Это плохая душа. Soul of Apollyon. Но... Так, это все можно рулить. Ключ какая-то хуйня. Ну да, ты ключ ло. Нашли. Еще плюс айтем. Puberty. Nice. Soul of Bethany. Куда, блять? Есть у меня огней уже до уровня. Себя уже не вижу нахуй. Так, ролл. А, ну вот. Это уже интереснее. Это уже вещи пошли поинтереснее. Это уже пошли вещи поинтереснее. Или брать компас, надо хочу и компас забрать. Надо убиться. За батарейки по всему этажу раскиданы.
Странный спрайт. Откуда она взялась? Забрать. Локап. Так. Ярам. Да, эту еру. Soul of Cain. Soul of Apollyon. Опа. 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 А что-то может быть полезно. На самом деле особо ничего. Типа коробка. Вообще коробка. Типа пробовать типа перетащить все. В секретку и там паролить что-то еще попробовать. Вариант, бля, я не вижу себя вообще нихуя. Не смогу ее забрать. Смог. А. Тут оказалось, окей. Так, это говно забрали, хорошо. Сколько там айтемов? А, правда, беда в том, что я же хуй их заберу. Эта коробка поди возьмет не айтемы, а всю парашу отсюда. Рандомную. Да ведь? Да, она рандомный кал же забирает. Я могу еще забрать айтем из айтем рума. Правильно. В принципе, это не столь критично. Однажды оно сработает, скорее всего. Работало. Ладно. Будет всего 3 айтема на ролл, конечно, маловато. Довольно скучно. Но, видимо, это будет вся ломка. Так, была это. Кстати, лос еще, я даже про него забыл. Еще лос может дать какую-нибудь хуйню тоже. Это, короче, от нытиков. Как же это мерзко смотреть. Сока нытья беспочвенного. Мне не надо. Как роль душа Эдена? Ой, душа Айзека. Оставлю ее на потом. О.
Окей, справился. Трукботом и мегамаш в одном слоте. Может, полифемус, что хуёво, все равно уже терзы много не сделаю. Могу дамага много сделать. Орба? Да, орбу заберу тоже. Соя нихуя не даст уже. Спасибо за советы, господи, страна советов. У меня уже полифемская нахуй соя. Можно я сам разберусь, что мне с игрой делать, пожалуйста? Я в эту игру маленько играл. Немного, но чуть-чуть было дело. Наверное, мегамаш даст больше всего на этом этапе уже. Только где он? Кстати, не здесь нихуя. В другой стороне. Меч. Блять, не хочу. Ради меча это все делалось. Совсем скучно. Тем более меч у меня уже был недавно. Раньше я не могу суп взять и мегамаш одновременно. Это было бы чуть получше, наверное. Все. В конце прям красиво этому. Токсик шок. Давай. Причем это Шкарбет или Мегамаш. Вообще он уже не будет заканчиваться. Краши. А не, у меня просто не будет секса. Хотя, может и будут. Я не особо перезаряжаю активку. На звере все-таки будут секса. Хотя нахера мне он, смысл мегамаш. Хочу взять. Ты еще дамаг даст. Я ж не могу это открыть. Не, не могу. Телепорт.
Телепорт. Автомат неживой. Че я хочу, чтобы мегамаш все-таки закончился, наверное. Потому что максимально уже и так урон. А вы... как это будет работать с ножом и секцией? Я потерял пул-карту, где она? Мог больше дамага получить, кстати, если бы дождался этого, если бы дождался пластиблода. Ну, вроде 500 тоже неплохо. Тоже пойдет вроде. Что дают? Стегер. То вдруг не пройдем. Всякий случай. Чтобы быть уверенным. Надо еще зайти в этом руму. Это он упал? А по-моему, не работает нихуя. Важно. Это работает и без налога. Это получше был срок батоном, наверное. Слос нихера не дает, интересно. О, скоро мегамаша закончится, наверное. Все же дали меч. Ура, давайте опять крашить. Давайте снова крашить игру. Обычно игру крашим. А вот это, кстати, возможно, было зря. Это возможно было зря. А как будто пофиг. Как будто похуй, как будто нормально. А мегамаш нажму, тогда проблем, думаю, не будет. Мне кажется, мегамаш спасти должен. Почему я все еще мегамаш активен? Сколько там запас? Почему все еще активен? Кстати, Magic Mars тоже самое, что сукубы дадут. Примерно. У меня вроде крикета еще нету. А или нет? А, я опять не дождался этого пластиблода. Окей. Я думаю, все еще может быть больше дэмэджа. Пусти меня. Очень крашим игру. Тоже думаю, надо. Не было хорошей ломки. О! Я вернулся. ОД6. Здорово. Ролим Маскару. Чуть-чуть больше дэмэджа стало. Немного стало больше дэмэджа. Я думаю, скоро мегамаш закончится, но увидим билд. Только я боюсь, что мне игра сразу крашнет, когда мегамаш закончится. Билд будет еще хуже, скорее всего. Еще страшнее. Вот оно. А, ну хотя. Да и вроде нормально. Вроде норм. Теперь это довольно мало. Терза не очень много.
час, наверное. Можно было бы свет сделать. Лост вернулся. Чё? В смысле он вернулся? Почему второй? А, потому что он был с души Лилит. Это не считается. Это была душа... Сука, я не хотел это брать. Ладно. Это была душа Лилит. Окей. И поэтому звуки страшные. Звуки суровые, капец. Сейчас по-любому краши не будут. Потому что самое смешное. Что в этот раз игра не крашнет на зверя. Даже в этом ране. А в ране, где нихуя не было айтемов. Но, блядь, крашно. Вот и думайте. Ну да. Краши нету. 64. 64, да, 64.